Так, сегодня у нас 28 марта. Мы сейчас находимся на станции Цветовой. Едем в Жодино. Мы уже были в Питерске, в Минске. Задавали люди вопросы по поводу карантина, по поводу коронавируса. Сейчас мы поедем в Жодино, потому что сегодня должен пройти матч второго тура чемпионата Беларуси. Посмотрим, кто же идет, насколько будет сдать карантин. Отвечаем на вопросы. В общем, такие дела. Взяли сейчас только что в кассе билеты. Все свободно, билеты можно взять легко. Вот такой вот билет. Очереди в кассу нет. Людей так, в принципе, ходит немного. Сейчас пойдем на стадион. Попробуем пройти, посмотреть, как контроль, что проверяют, сколько людей вообще пришло и как проходит, собственно, матч. Оставайтесь с нами. Вот, сегодня мы находимся в Жодино, как видите. За спиной у нас находится вот там стадион «Торпедо», на котором будет проходить первый матч второго тура чемпионата Беларуси по футболу. Сходим сегодня, посмотрим, как обстановка, как, сколько людей вообще будет. Берет с собой, да? Да. Вот. Так, вещи доставать. Да, да. Ну, это сразу посмотрим, как камера работает, нет? А, вы хотите посмотреть, если да, работает или нет? Да, камера работает. Так, вот билет. А что с бутылками? Пропускаем, нет? Ну, с такой же можно прозрачный литр. А? Просто купим? Или ложите, потом заберете обратно. Пробку или бутылку все? Может, бутылку пропуска, да. Пробку откручивайте. Хорошо. Либо бутылку оставляйте. Как вам угодно. Хорошо, где ее поставить? Здесь, да? На столе стрелять. На столе? Да, не ставьте. С кармана, подождите, еще не все. Угу. Так, с кармана. Нет, с пакета начнем. Пакет пустой. Шапка. Так. Да положите, не бойтесь, никто не заберется. Не, положите. Мелочи. Мелочи оставляйте все в кармане. Тоже еще вопрос. А место любое или как оно тут? Они, потому что я смотрю, спрашиваю, не пронумерованы. Организатор. Я вам по билету не подскажу. А, то есть не можете сказать. А так я смотрю. Твой жилет, желтый жилет. А, желтый жилет. Ну, хорошо. А скажите, пожалуйста, это место здесь какое-то номерное или на любое там садится? То есть как это? Да я отрывал. Я знаю, место. А где есть места там? У нас мест нету. Садитесь, на любое, то есть, да? Садитесь где угодно, только не на те места, которые помечены. Например, абонемент, например, гости.
или что-то понятно. В этом роде. То есть чистоте... это туда вот, да, на ту трибуну. Да. Угу. Но соблюдайте дистанцию между людьми. Полтора-два метра. Спасибо. Вот такие тела. Только что мы прошли рамку контроля. Там, значит, металлоискатели. Все проверяли, смотрели, мерили температуру, нет ли температуры, коронавируса. Вот, спрашивали билеты. Оторвали здесь какую-то часть на билете. Билеты не номерные, то есть можно садиться на любое место. Только дали сказать, что есть некоторые места для гостей, там помеченные специальные, вот. Пропустили с камерой, стоит, дежурит машина скорой помощи. Я думаю, что это нормальное явление, она все время стоит. Так людей пока особо больше никого не видно здесь. Уважаемые болельщики, убедительная просьба в целях вашей безопасности следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Студенты футбола, переконавчая просьба у мэтах вашей безопасности выполнять рекомендации Всемирной организации охраны здоровья. Коли ласка, занимающихся на трибуне, заховывайте безопасную дистанцию и мкнитесь рассаживаться в шахматном порядку. Будьте клопотливыми в относинах один до другого и заставайтесь здоровыми. Мабуть, правда, сегодня еще не вечерили. Это Белчина? Так, приветствие добровольчарам. О! Итак, Калиласка, еще раз. Центральные секторы. Третий сектор! Отримлюється крихло. Четвертий! Ну, ви бачите, без академіка тяжко вам. П'ятий сектор! Ну так 9 метров встань, вот что не встали. 9 метров, да. Вот видите, пеной провели. Что тебе мешает? Почему здорово дали? На Челевском. Что тебе мешает? Обрели. Обрели. Нормально. Это Ковелев, что ли? Да, Ковелев подранил. Ковелев, конечно. Ворота,
Ковелю тут сделал шину. Ну ты сейчас начнешь говорить, когда ты сам видел, так а если сможешь? Нет, если учился, мне бы это устроить. Сейчас так надо. Я лежу на мячиком гулять. Ну, боже, как ты перчатки. Я три дни жмел. Ну, нормально. Правильно он находит. Зачем так много? Нормально он играл, потому что никого не было. Не было. Сейчас навес. Ну давай, говори. Разворачивайся. Чего ж ты? Первый тайм, сейчас пока футболисты и болельщики отдыхают. Ситуация пока такая, что я видел. Да, стоят на рамках контроля люди, проверяют температуру. То есть есть некий контроль над заболеваемостью. Там следят, чтобы не было людей с температурой. Достаточно ли это меры, я не знаю, я не врач все-таки. Что касается поведения людей в масках, по-моему, ходят преимущественно только сотрудники безопасности стадиона, болельщиков в масках или там просто людей, которые пришли в стадион в масках, не заядлых фанатов, а там, скажем так, простых, я их-то не видел. Преимущественно, вот смотрите, позади меня вот стоят безопасности стадиона в желтых жилетках. Вот они все в масках, сотрудники, в общем, да. Люди все без масок. Что касается количества людей, то ну вот посмотрите сами, как вы. Людей очень много, сейчас вот вышли на перерыв. Это далеко еще не все. Кто-то остается на трибунах. То есть я, честно говоря, не думал, что столько людей придет. Возможно, это потому что последний чемпионат в Европе там или не знаю. Просто людям особо как-то нечего делать. Но я бы не сказал, что коронавирус каким-то образом влияет на то, чтобы вот люди не приходили или что-то делали. Ну, видите, никого практически в масках нет. Все ходят обыкновенно,